Кадыров ничего не решает. Кадыров – это тот человек, который, наоборот, из того, что выделяется на решение проблемы Министерства образования, Кадыров – тот человек, который оттуда забирает. Вот что делает Кадыров. Он больше ничего не делает. Вот, например, один я зачитаю, Нохчо 95 пишет. Охрана храма остановила чеченскую полицию. Он задает вопрос и смеется, типа, это же невозможно. И многие там так писали, что ты говоришь, Тумсо, как может там охрана, мол, храма, как она могла остановить кадыровцев, если они приехали, допустим, его забирать. Я хочу вам вот что сказать. Знаете, у нас в республике есть несколько таких мест, куда кадыровцы свой нос сунуть не смеют. Они никогда, никогда они не сунут свой нос в Ханкалу. Никогда. Пусть они попробуют приехать в Ханкалу и, например, задержать там кого-то, кто им нужен. Я бы сейчас показал вам фигуру из трех пальцев, как они это сделают. Никогда они это не сделают. Они не посмеют. Им никто им этого не позволит. И есть много случаев. Вы вспомните, когда кадыровские его там какая-то группа у въезда в Ханкалу расстреляла, ну, дом хотели, точнее, расстрелять, в итоге их расстреляли, когда в Ханкалу заезжали, тоже там есть один чеченец, который служил в Ханкале, когда они заезжали в Ханкалу, он враг Кадырова, а враг он Кадырова, кстати, за то, что он укрыл у себя в Ханкале одного из тех, точнее, того самого человека, который убил одного кадыровца. И кадыровцы не смогли его забрать с территории Ханкалы. И они решили отомстить вот этому вот чеченцу, которого звали Беслан, за то, что он якобы того укрыл. И когда он заезжал в Ханкалу на поворот с основной трассы, его обстреляли, но он умудрился отразить этот огонь. Ну, они были на двух, по-моему, машинах, они отразили этот огонь и, наоборот, убили, по-моему, двоих из кадыровцев. И вот этого начальника, командира вот этой вот кадыровской группы, ранили, очень тяжело ранили. Еще за ним ехали, он от них уезжал, потом он лежал в коме какое-то время. Это, кстати, тот самый человек, который находится в международном розыске по подозрению в убийстве Умара Исраилова в Австрии. Его зовут Богатырев. Этот человек был ранен представителем Ханкалы. И опять тогда никто не поехал, не посмел заехать в Ханкалу. То есть такие места, это места такие, как Ханкала, есть ФСБ, например. В ФСБ в Чеченской республике не может приехать кадыровские какие-нибудь полицаи и зайти туда свободно, кого-то там потребовать. Но не могут они это сделать. Это табу, это те зоны, куда они не могут сунуться. Так вот, церковь – это еще более неприкосновенное место. Понимаете? Вы не думаете, что если кадыровские полицейские с такой легкостью нас пытают, уничтожают, убивают, врываются к нам в дома, к нам, чеченцам, я имею в виду, сжигают наши дома, возбуждают на нас уголовные дела, это не значит, что они могут также прийти в церковь и сделать там что-то подобное. Они не могут. Не посмеют они, кишка у них тонка на это, понимаете? Потому что церковь – это неприкосновенное место для них. И поэтому этот человек, который находился в церкви, тем более, если он там помогает этому священнику в этом храме, то этот человек как бы уже является служителем этой церкви. И туда не может прийти какой-нибудь кадыровский полицейский и просто так без проблем его забрать, потому что за него отвечает уже этот священник. И этот священник поднимет ненужных людей, и это плохо отразится на кадыровской репутации. За это, за действия вот этих полицейских придется отдуваться Кадырову, рассказывать своему руководству, почему он напрягает русское меньшинство, которое потихоньку там проживает у себя в церкви. Поэтому нет ничего удивительного. Конечно, туда не приезжал спецназ СОБР вот в этом всем омундировании, чтобы совершить захват. Туда, скорее всего, приехали какие-нибудь два опера какой-нибудь вшивого какого-нибудь отдела, там того же Курчулоевского или еще какого-нибудь. Приехали и, наверное, так вынюхивали, есть ли он здесь там и так далее. Им сказали,
нет, здесь такого нет, до свидания. Вот так вот, скорее всего, они разошлись. Поэтому здесь удивительного ничего нет. Я не знаю, чего вы так сильно удивляетесь. Если те люди, которые так со смехом на это реагируют, ну тогда посмейтесь. Посмейтесь тому, что кадыровцы не могут сунуть свой нос в Ханкалу. Посмейтесь тогда этому. Посмейтесь тому, что они не могут сунуть свой нос в ФСБ. Почему вы над этим не смеетесь? Обозреватель пишет: «Тумсо, скажите, пожалуйста, были ли у вас мысли сделать открытое обращение Кадырову, чтобы он гарантировал вам безопасность и безопасное возвращение вам и вашей семье, и чтобы сняли или расследовали то, в чем вас обвиняют, и чтобы, если вы виновны с точки зрения закона РФ». То, что я сейчас делаю, это разве все не открыто? С самого начала возникновения у меня этой проблемы я сразу же вышел в народ, в мир. Я открыто заявил о этой ситуации, что есть сфабрикованное дело, что меня незаконно преследуют. Кадыров прекрасно это все знает. А обращаться к нему и просить его о чем-то я не буду. Ни в коем случае. Я не должен это делать. Кадыров должен был, если он такой прям уж там гарант российской конституции на территории Чечни, он должен был отреагировать на это, сказать: так, а ну-ка покажите, на основании чего вы там его преследуете, разобраться. Но он этого не сделал, потому что все то беззаконие, которое происходит на территории Чечни, сегодняшней Чечни Кадыровской, это все происходит с его указания или с его молчаливого согласия. Иначе это ничего такого там происходить не будет. Тумсо, завтра в Чечне школу пойдут десятки тысяч детей. Для этого нужно содержать инфраструктуру и обеспечить зарплатами, и сотни тысяч пенсионеров должны получить пенсию. Все эти вопросы решает Рамзан Ахматович, а ты просто болтаешь. Скажи, почему я должен тебя поддерживать, а не Кадырова Рамзана? Самое главное, ты меня не должен поддерживать, потому что я не какой-то политик и не претендую на какую-то политическую должность. Вот если бы я претендовал бы и агитировал, я бы сейчас, конечно, попытался бы тебя как-то переубедить, чтобы ты стал моим сторонником. А так мне это не интересно. Что я делаю? Я указываю проблемы. Я раскрываю кадыровскую ложь. То, что они пытаются преподнести как какие-то великие свои достижения, я показываю, что все это является ложью. Я показываю преступление Кадырова. Вот что я делаю. И мне не нужны сторонники в твоем лице. Это абсолютно я не нуждаюсь в этом. Что касается школ, пенсий и прочего-прочего, Рамзан Кадыров никаких вопросов ни пенсии не решает. Идет в школу, не решает. Ты, видимо, немножко не в курсе того, как эти проблемы решаются. Вопросы школ, образования решает Министерство образования. Вопросы пенсии решает Пенсионный фонд. Кадыров ничего не решает. Кадыров – это тот человек, который, наоборот, из того, что выделяется на решение проблемы Министерства образования, Кадыров – тот человек, который оттуда забирает деньги себе в карман. Это тот человек, который говорит: так, давай там раздербань, сделай так, чтобы вот столько-то из этого бюджета выделенного упало мне в карман, в мой фонд Кадырова. Кадыров – это тот человек, который из пенсионного фонда выдергивает эти средства и кладет их в себе в фонд. А потом из тех миллиардов, которые он украл, он строит одну мечеть и заставляет народ, проживающий в этом населенном пункте, где он построил мечеть, вылизывать его. Вот что делает Кадыров. Он больше ничего не делает. Как ты можешь доказать, что он решает какие-то вопросы, связанные с пенсиями или с образованием? Если их решает Кадыров, зачем нужно тогда Министерство образования и Пенсионный фонд? Давай тогда уберем их из Чечни, эти два института уберем, пусть Кадыров решает эти вопросы без них. И давай финансирование с Россией урежем на эти статьи, и пусть Кадыров сам решит эти вопросы. Давай. سأمحو رجس الصيون انتظرين.